Выходные запомнились всем жителям Кубани жаркими солнечными днями. А воспитанникам Славянской конно-спортивной школы «Изумруд» еще и участием в показательных выступлениях на лошадях. За техникой исполнения, а также за тем, как преодолевают препятствия и барьеры участники выступлений, наблюдали наши корреспонденты. Ксения Шигиря – одна из молодых спортсменок. Ей 15 лет, из которых 3 года она буквально прожила на ипподроме, отдавая все свободное время тренировкам. Ее скакуну по кличке Гранат 8 лет. Это умный и преданный друг, с которым, по признанию Ксении, легко работать. Она до сих пор вспоминает первые занятия в конной школе с улыбкой. Меня когда посадили на лошадь, но я была без седла тогда, неудобно было сидеть сначала. И я боялась, что меня она скинет, она большая. Конно-спортивная школа «Изумруд» работает уже более 18 лет. Сейчас в ней занимаются свыше 30 воспитанников. В этот день в показательных выступлениях приняли участие спортсмены от самых юных всадников до опытных спортсменов. В ходе соревнований пара «Лошадь-спортсмен» должна пройти состоящий из множества препятствий маршрут. Главное – продемонстрировать свободу и энергию лошади, ее навыки, скоростные качества и повиновение, а также взаимопонимание всадника и лошади. Мы, в принципе, проводим ежемесячно такие соревнования. Это как бы привлечь молодежь в школу, чтобы они заинтересовались конным спортом, возродить его на Кубани. Сейчас проходит выступление, это наши воспитанницы, старшая группа, которые просто будут показывать свое мастерство. И оно приурочено как раз к Олимпийскому дню празднования. Еще несколько лет назад конному спорту уделялось не так много внимания. Но за последние годы к нему значительно вырос интерес. Появилась хорошо развитая современная инфраструктура. А вместе с этим и стиль ведения тренировок вышел на новый профессиональный уровень. И кто знает, возможно, в будущем славянские наездники будут достойно представлять нашу страну на различных соревнованиях конного спорта. Ведь вся необходимая база для этого есть в конно-спортивной школе «Изумруд», где для каждого желающего с радостью распахнут двери. Тина Копачевская, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».